Днепропетровске прошел чемпионат Украины по хортингу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Киевской, Львовской и Житомирской областей. Всего около 180 борцов. Стоит отметить, что хортинг – довольно необычный вид спорта, основанный на опыте передовых современных методик подготовки профессиональных спортсменов по различным видам боевых искусств, включающих в себя комплекс эффективных приемов самообороны, синтезированных и отработанных в строгую последовательную программу изучения защитных и атакующих технических действий. Чемпионат проходил в трех номинациях – поединок, показательное выступление и форма. Лучшими из лучших на соревнованиях стали спортсмены Славянска Владислав Шульга и Бажена Мальцева, завоевали золотые медали, а Виталий Харишко принес в копилку команды бронзу. Награждал победителей представитель Министерства молодежи и спорта Украины и по совместительству тренер по неолимпийским видам спорта Станислав Федоров. На мою думку, за ці 6 років ми вже вийшли на той рівень, коли в нашому виді спорту є справжні хортингісти. Тобто це діти, які виховані в секціях хортингу. Це не спортсмени, які прийшли з інших видів спорту, це вже справжні хортингісти. Спортсмени з кожним разом показують високий рівень, дуже видовищні поєдинки. І дуже приємно, що з кожним разом все більше і більше спортсменів приїжджають в наші змагання.